конечно же, много всего попробовала. Честно, больше всего, конечно, именно BB-крем меня впечатлил. Посоветовали девочке мне его приобрести, так как у меня очень много пигментных пятен на лице. Вот, девочки посоветовали им пользоваться. Сначала мне вообще не зашел. Я намазала, думаю, господи, что это такое? Ни цвет не подошел, ни текстура вообще. Потом мне девчонки так же сказали, это все нормально с первого раза, так практически всегда. Второй раз, то есть я им попользовалась, и все, то есть у меня его уже и покупают. И сестра с собой там на работу берет, девчонки всем давала пробовать, да, использовать, наносить. Это вообще прям классная штука, именно о том, что вот он мне помогает скрывать пигментные пятна. Может быть, они вообще там уже попадают, я там просто уже не замечаю. Вот, но BB-крем – это вот та вещь, которую я действительно сейчас уже всем советую, всем знакомым девочкам –